меня в руках обалденная красная гитара, стратокастер, как можно заметить, но она отличается от традиционного стратокастера набором звукоснимателей. Здесь у нас более модерновый вариант, где применяются два хамбакера. Предполагается, что они должны звучать жирнее, агрессивнее, но на самом деле по факту это, как правило, зависит от того, какие именно звукосниматели. Так как эта модель все-таки бюджетная, я думаю, что ультра тяжелого звука для тяжелого металла вы не добьетесь, но она покроет, как мне кажется, большинство задач, особенно учитывая тот фактор, что вообще-то хамбакеры — это менее шумящие датчики, и вам не придется тратить много сил на шумоподавление, чтобы с ней играть. Здесь у нас трехпозиционный переключатель, потому что всего два датчика. В крайнем положении мы на бридже, здесь мы комбинируем, и здесь мы на неке. Соответственно, от этого получаем немножко разный характер звучания, да? Здесь он будет некий усредненный между ними, да? Все слышите. Сложно сказать что-то про эту гитару. Лично мне довольно удобно играть, и меня прикалывает красный цвет. Если бы я брал себе гитару, я бы, наверное, взял не черную, а скорее красную. Ну и надо сказать, что у этой гитары есть брат-близнец или сестра-близнец. Гитара у нас какого пола? Неважно. Здесь мы имеем немножко другой набор звукоснимателей. Здесь у нас хамбакер, сингл-сингл. Соответственно, если вам хочется получить более рубящий, более высокочастотный, более ярко атаковый звук на неке или, предположим, в средней позиции, то это ваш выбор. И очень надеюсь, что такая тоже есть в красном цвете. Гитары приятные. Не знаю, что еще про них можно сказать. Это Strat. Отличная электруха.